Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы продолжаем курс лекций под общим названием «Видеоэкология. Что для глаза хорошо, а что плохо». Это уже у нас 8-я лекция. Она называется «Агрессивная видимая среда в интерьерах жилых и производственных помещениях». В предыдущей лекции мы подробно с вами рассмотрели агрессивную видимую среду в городе. А сегодня наша задача рассмотреть агрессивные визуальные поля в интерьере жилых и производственных помещений. Напомним, что такое агрессивное видимое поле. Это поля, состоящие из множества одинаковых элементов, равномерно рассредоточенных на некой поверхности. Это вот пример агрессивного поля, состоящего из белых кружочков на черном фоне. Вот другой пример агрессивного видимого поля, состоящего из большого числа вертикальных линий. В целом, визуальная среда в наших интерьерах формировалась и продолжает формироваться теми же самыми специалистами, которые создавали визуальную среду города. Поэтому много общих проблем. Начнем изложение с транспорта, а именно с метро. Это эскалатор метро. Ступени ребристые, контрастно исчерчены. Это пример типичного агрессивного видимого поля в интерьере транспорта. Человек видит одну линию под малым углом, всего 0,3-0,4 угловых градуса. А это значит, что на область ясного видения приходится одновременно 5-7 линий. В этой ситуации глаз физически не может зафиксировать взгляд на одной линии. Агрессивное поле с такими угловыми характеристиками является сильным зрительным раздражителем. Это в статике. А вот в динамике сила зрительного раздражителя возрастает во много раз. С появлением метро в Лондоне специалисты обратили внимание на тот факт, что эскалатор сильно воздействует на человека. Он может вызвать головокружение, тошноту, рвоту, а в некоторых случаях даже эпилептический припадок. Я был свидетелем такого случая. Девушка вдруг стала падать прямо на эскалаторе, в самом конце спуска. Я успел ее подхватить, помог дойти до скамейки. В беседе выяснилось, что она предрасположена к эпилепсии. Припадки бывают редко, но сознание иногда теряет, особенно в сложной ситуации. В метро входить она боится, потому что уже были случаи потери сознания. Целесообразно изыскать пути уменьшения воздействия эскалатора на пассажиров. К примеру, путем снижения контрастности этой ребристости. Для этого можно было бы применить чернение металла, а между ступенями сделать подсветку зеленого цвета, как это уже делается в некоторых городах. Но, видимо, еще не до конца осознали специалисты негативное влияние эскалатора на человека. Хотя в метро теперь регулярно дается информация о том, что метро является транспортом повышенной опасности. Казалось бы, если уж по техническим причинам нельзя избежать агрессивного эскалатора, то должны быть приняты меры к недопущению агрессивных полей в других местах. К сожалению, этого не происходит. И мы имеем много примеров, свидетельствующих об обратном. Типичную агрессивную видимую среду в метро нередко создают кафельные стены большого размера. И опять же, как и в случае с эскалатором, агрессивное поле стен оказывает динамическое воздействие в момент торможения поезда и момент набора скорости. Период ожидания поезда тысячи пассажиров вынуждены в лобовую смотреть на кафельную стену. Это значит, что только за одну минуту на стене остается 100-200 тысяч сакат, то есть столько же раз в душу каждого пассажира входит квант негатива. Замечу, не квант красоты. Иногда дизайнеры интерьера метро идут еще дальше. И вместо кафеля применяют ребристую металлическую облицовку стен. Такая поверхность обладает еще большей агрессивностью. И, следовательно, еще сильнее воздействует на пассажиров. В целом, создается впечатление, что архитекторы о виде экологии слабо осведомлены и демонстрируют явное пренебрежение к визуальной среде в метро.
Об этом уже свидетельствуют другие примеры. В формировании стен нередко применяются агрессивного вида вставки, в частности, концентрические кольца и исчерченность регулярными линиями. Аналогичные нарушения допускаются и службы по эксплуатации метро. На платформах появились шкафы агрессивного вида. Почему решили применить гофрированный металл, а не что-либо другое, чтобы украсило платформу? Вот в чем вопрос. И это при том, что до последнего времени оформлению метро уделялось большое внимание, а наше метро считалось лучшим в мире. Вот такой великолепный декор и является наглядным примером долголетнего украшения интерьера залов в метро. Вход в метро когда-то тоже был более привлекательным. А теперь они похожи на бомбоубежище и украшены агрессивными видимыми полями. Согласно ответу москвичей на вопрос, какая станция метро вам больше всего нравится, оказалось, что на первом месте находится станция Маяковская. Далее идет площадь Революции, Киевская и Новосубботская. Одна пассажирка, особо чувствительная к урбанизированной среде, сказала, что ей было плохо на станции, новой станции Парк Победы. Ей не понравилось и коричневый цвет стен, и шахматный пол с коричневыми квадратами, и потолок в мелкую клеточку. Все эти вещи – это типичные агрессивные поверхности, которые буквально нависают над людским потоком. Московское метро перевозит в день приблизительно 1 000 000 пассажиров, из которых затрачивает полчаса примерно каждый из нас в одну сторону и в другую. Если исходить из расчета, что в одну секунду одна сакада или даже две, то нетрудно подсчитать, то пассажиры оставляют в метро 3-7 триллионов сакад. Предположим, что половина сакад приходится на приятные лицам пассажиров, их наряды, ювелирные изделия, но другая эта половина несет в душу либо некий негатив, либо агрессию. Это значит, что суммарный негатив исчисляется триллионами квантов таких своеобразных порций негатива, воздействующих на пассажиров. А ведь кроме неблагоприятной визуальной среды в метро на человека отрицательно воздействует еще и повышенный шум, повышенная вибрация. В итоге, как сказала одна жительница Подмосковья, я съезжу в Москву и никакая. И 1 000 000 таких же никаких возвращается домой после работы. А дома им нужно быть еще хозяйками, мамами, женами, а мужьям мужчинами. Это платформа метро в городе Вене. Агрессивный потолок буквально бьет по глазам. Визуальное поле большого размера. Если смотреть на него с некоторым расстоянием, параллельные линии выглядят сходящимися, что усилит отрицательное воздействие данного агрессивного поля на человека. Перечисленные примеры без особого труда можно устранить, кроме эскалатора. И стоит это делать, стоит обратить на это внимание. Не нужно приумножать неблагоприятную визуальную среду в метро, где прибывает большое число пассажиров, где люди вынуждены смотреть на эти агрессивные видимые поля. Это я с интерьером закончил. И метро теперь перехожу к другому виду агрессивных видимых полей, которые создают дырчатые плиты в интерьере. Их можно встретить повсеместно. В интерьерах поликлиник, больниц, детских учреждений, на заводах и фабрик, муниципальных учреждений и в здании Государственной Думы. Вот такие плиты оформлены интерьер многих радиостудии. Цель очевидна – избавиться от или создать звукоизоляцию. Не беремся судить, насколько это эффективно. Но, тем не менее, дизайны должны были задрапировать агрессивное поле, созданное этими плитами. Судя по всему, они не придали этому значения и сочли ненужным такие излишества. В результате в течение длительного времени и ведущие программы, и участники радиостудии
радиопередач вынуждены смотреть вот на такие агрессивные поля и работать, и очень напряженно работать в совершенно неблагоприятной визуальной среде. Я видел, когда оформлен вообще от пола до потолка, это марш-бюро, это, собственно, комната пыток. Теперь вот такие вот рисунки строительных панелей агрессивного вида. Производство их поставлено на поток. Если раньше для этой цели использовали совсем немного, то теперь их из разных материалов, металл, дерево, перфорированные панели самых разных вариантов изготавливают многие фирмы. В рекламном проспекте скажут, что их можно использовать везде, от шкафов купе и комодов до регистрирующих стоек, а также для внутренней отделки помещений в качестве подвесных потолков. Вот, ни более, ни менее. Везде, значит. Мне удалось видеть на выставочном зале вот такую как раз регистрационную стойку, оформленную вот из таких перфорированных панелей. Зрелище страшное. Агрессивное воздействие так велико, что буквально бросает в дрожь от одного взгляда. Стоит напомнить у строительной выставки, что был случай, когда на одной выставке «Апарт» две женщины упали в обморок, и дальнейший показ таких выставок был не прекращен. Вот. Это сильное воздействие на человека. Возникает вопрос, ну кто же дал право вот так вот воздействовать? Конечно, может быть, люди не имеют еще нормативных актов в данной области. Но должно быть, что называется, чутье. Должно быть правило. Правило не создавать. Не создавать некрасивость. А тут получается, что повсеместно мы создаем вот такую вот некрасивость. Вот еще один пример. Это в поликлинике. Поликлиники так заполнили медицинские учреждения вот такими стульями. Если специалисты не воспрепятствуют этому негативному процессу, то в один прекрасный день мы окажемся в сплошном окружении агрессивных видимых полей. Вот это вот обои под кирпич. Человека клеил стены такими обоями, создает собственными руками, в собственной квартире, за собственные деньги, агрессивным визуальные поля. Незнание в виде экологии ведет бессмысленные траты денег и сил и приводит к отрицательным последствиям. Наряду с обоями получили распространение и клинкерная плитка с рисунком под кирпич. Создается клинкерная плитка, выпускается миллионами штук. Создается впечатление, что всем изобретателям так и хочется как можно сильнее воздействовать на человека. Кирпичемания захватила, к сожалению, многих. В итоге мы оказались пленниками модного направления в дизайне. Вот холл одного из дома отдыха. Здесь только на одном кадре вы можете видеть одномоментно блоки из стекла, обои с мелким одинаковым рисунком и полосатое покрывало на кресле. А еще ведь там еще присутствуют рядом сетки, решетки, обогреватели, светильники такого же. То есть вся среда агрессивна, и это в доме отдыха. Вот так выглядят обои. Они тоже создают квартиры агрессивные видимые поля. Полоски бывают самые разные, разного цвета. Рисунок обоев явно упрощен и доведен дизайнерами до прямой линии. Вот теперь о кафеле в интерьере. В интерьере промышленных предприятий очень много агрессивных видимых полей создано кафельным. Вот пример один. При высоте потолков до 4 метров в некоторых цехах агрессивные поля приобретают очень большие размеры. На многих предприятиях химической, электронной, пищевой промышленности кафельные стены составляют основную часть интерьера. Это значит, что работающие там люди ежедневно вынуждены находиться в агрессивной визуальной среде. В одном цехе я не видел кафельную стену, закрасили масляной краской. Я задал провокационный вопрос, для чего это сделали начальник. И начальник сказал, вот сделали, и стало легче жить. Мне, конечно, было приятно услышать такой ответ. И в самом деле, они ведь избавились от агрессивного и видимого поля, которое воздействовало на них много, неприятно. Ну, собственно, доконало это поле. Ну, так бы и везде. Кстати,
там, где закрасили, не очень-то и нужно было кафельные стены. То есть производственный технологический процесс, он и не требовал такой вот строгости. А ведь есть еще примеры агрессивного поля. Вот дизайнер. Он создал агрессивную кухню из коричневого кафеля с вот таким вот белым швом. Конечно, хозяйке было бы приятно находиться в такой вот комфортной визуальной среде, вот такой вот кухне, где после рабочего дня она могла бы хорошо отдохнуть. Но дальше всех пошли дизайнеры архитектурного факультета. Вот стена кафельная. Она, это кафель выпуклый, и он отражает свет под любым углом. Когда человек перемещается, эта агрессия просто преследует его, преследует. И как бы говорит, от нас не уйдешь, где бы человек ни находился. Вот какая, а это же архитекторы. Они впитывают это все. И, конечно, став специалистами, будут примножать и создавать подобные интерьеры в других местах. Вот что им нужно было. Вот интерьер старой библиотеки, где и должны набираться мудрости и примеров хороших специалисты-архитекторы. Но почему-то, сказать, и в архитектурном институте вот создают не что иное, как агрессивные видимые поля. И это уже, конечно, сказать, не что иное, как бедствие. Дальше идем. Рейка и вагонка в интерьере. Вот посмотрите. Вот интерьер. Интерьер помещения, где 80% реек. Они ориентированы под разным углом, но это агрессии не меняет. Наличие небольшого количества, сказать, зелени не меняет ситуацию. Она сплошь агрессивного вида. А ведь люди вынуждены пребывать здесь целый день. Целый день. Вот пример. Это реки. Это наш дворец съездов. Раньше он так назывался. Дворец съездов. Именно здесь в большом количестве использованы реки. А этот пример оказался, видимо, заразительным. И в других местах, в других городах использовали ту же самую рейку в домах политпросвета. И тоже примножали, и, может быть, в худшем еще виде. И рейка пошире, и повыше, и побольше агрессии. А это вот фотография, которую я сделал в Солове, в доме отдыха. Вот куда люди приехали отдыхать. И вынуждены поедать обеды вот с таким вот агрессивным видимым полем. Это примерно 40 лет назад создали. Преследовали ведь какую-то цель. А цель была, ну, как сделать более оригинальным. Но они явно не владели принципами в виде экологии. Создали неблагоприятную визуальную среду. Да, люди отдали свои собственные деньги. Приехали отдыхать и вынуждены пребывать за собственные деньги в визуальной среде неблагоприятно. А это в Клязьминском водохранилище, дом отдыха. Природа создала прекрасный вид, а все, что сделано человеком, оказалось неприемлемым. Вот в чем беда, собственно. Зарубежные фирмы тоже часто используют агрессивные, видимо, поля. Вот интерьер холла. Вот закругленный, он еще хуже воздействует на человека. Небольшое число здесь присутствует, там ковер и мебель. Она, собственно, не меняет ситуацию кардинально. Жалюзи. Вот на это хотелось обратить внимание. В последнее время жалюзи применяются в учреждениях общественных зданий, на фабриках, заводах, а иногда и в квартире. К сожалению, их стало много не только в южных районах, где да, действительно может быть от избытка солнечного света трудно избавиться, солнцезащитные средства, но и в районах, где, собственно, другие средства солнцезащиты могли бы использовать не такое жаркое у нас лето и такое солнце. Вот посмотрите. Вот агрессивное поле, какого большого размера. А ведь кое-где используются витражи. Это хороший пример улучшения визуальной среды в интерьере. Они бывают разными по размеру, по оформлению, но всякий раз создают положительные эмоции для пребывания.
Вот еще подвесные потолки. Это стало модным за последнее время. Буквально настолько модным, что 500 итальянских фирм выпускают для нас, можно сказать, эти подвесные потолки в три смены. И это стало, заполонило. Вот как это выглядит. Вот такие вот подвесные потолки решетчатые. Кое-кто пытается как-то избавить там окраской воздействие отрицательное. Но это делается далеко не всегда. И хлынуло это новшество к нам, загрязняя визуальную среду офисов, банков, других конторских помещений. И над нами нависла угроза. Оказаться под гнетом агрессивных потолков. К счастью, не все в Италии делают агрессивные поля. Вот пример архитектор Портогези. Он создал великолепный интерьер. Это вот по типу деревьев, вот такие вот сводчатые потолок, он, конечно, ближе к естественной визуальной среде, не создает такой агрессии. Но это, можно сказать, единственный пример, может быть. Вот эта вот фотография, это опять же Италия, в Милане, в переходе в аэропорту я сфотографировал. Страшная агрессия очень сильно воздействует на человека. А это уже, так сказать, в нашем новом терминале, в Домодедово. Вот такой вот потолок. Он имеет большую протяженность и может вызвать тошноту, головокружение, рвоту и даже эпилептический припадок. А ведь одномоментно находится там 300-500 человек. И на всех это воздействует отрицательно. А в течение дня десятки тысяч прибывают в этом терминале. Желание одно. Побыстрее, конечно, выскочить из этого терминала. Вот еще агрессивный потолок. Просто пример прекрасный, когда воздействие такое вот отрицательное. Кое-где применяют тетраэды для формирования. Некоторые изобретатели, я знаю, один изобрел упаковку из-под яиц и сделал вот подвесной потолок. Такое даже в кафе в Нижнем Новгороде мне пришлось не видеть. В зарубежной практике, конечно, получили распространение подвесные потолки. Они к нам хлынули. Вот, к нам хлынули и сплошь поменяются. Текстильная промышленность. Вот текстильная промышленность, как ни в какой другой промышленности, очень много агрессивных видимых полей. Но прежде всего, сами нити, натянутые длиной 3 метра, это типичное агрессивное видимое поле. А уж когда приходится ткачихе исправлять обрыв, то она, можно сказать, вынуждена работать прямо-таки внутри агрессивного видимого поля. А ведь еще и станки. Это большой ряд станков. Тоже создают агрессивную видимую среду. В цехе подвесные потолки, кафельные стены. Ну, в общем, куда ни глянь, везде одни агрессивные видимые поля. Другие работники, это ткацкой фабрики, имеют дело с неблагоприятной визуальной средой, связанной с раскраской. Вот, допустим, эта ткань выпускается. На нее вынуждены смотреть многие работники ткацких фабрик. Вот. Прежде всего, следует вот от такой ткани в полосочку, ну и есть и ткань и в горошек. В горошек тоже. Мне пришлось видеть в магазине, можно сказать, штабеля вот такой вот ткани агрессивной. Нет, можно сказать, живого места. Все, так сказать, одни агрессивные рулоны. Нередко мы вынуждены сидеть за обеденным столом и вместе с пищей поедать агрессивную скатерть вот такого вида. Большое число тканей, по-видимому, близких к агрессивным полям, идет на изготовление сумок. Звездочки там на темном фоне, крючки, кольца, треугольники. Вот и весь арсенал этих сумок, которые применяются. Одномоментно в метро можно видеть несколько таких вот агрессивных сумок у домохозяек. Но ткань-то идет, она
и на занавеске в интерьере, и на скатерти, как я уже сказал, вот, и драпировка, вот, пожалуйста. Вот теперь на даче вот появилось еще одно агрессивное поле на благоприятной визуальной среде, и оно будет долго воздействовать на человека. А вот пример, это вот такого полным людям мы не рекомендуем носить платье не в горошек. Но, к сожалению, такие примеры довольно много. Это вот и можно встретить везде, это даже вот я имел, ну, скажем, счастье увидеть в Большом театре. Вот такое. Однако мы совершенно уверены, что вот учителя не должны носить агрессивную такую вот одежду, вот из такой агрессивной ткани. От платья, которое мы видим на данном рисунке, у всех учеников будет рябить в глазах. В такой ситуации дети вряд ли смогут внимательно слушать урок. Наоборот, они будут ждать перемены, чтобы дать волю выйти агрессии. Ученики, конечно, ничего не могут сказать учителю. А вот директор может сказать, и может запретить, и может быть, когда запретительные меры будут, то они в первую очередь коснутся учителей не применять вот так, не использовать такой одежды в школах, потому что это воздействует отрицательно на учеников. Ну, кое-где наша промышленность пустила, что называется, на поток создания агрессивных вот таких вот, таких вот пиджаков. В других случаях везде можно увидеть в качестве сувениров это такие вот тельняшки. Это же все создает людской поток. И весь этот людской поток с этими агрессиями воздействует, и в большинстве случаев воздействует отрицательно. Это неблагоприятная визуальная среда. Несколько слов стоит сказать о галстуках. Галстук появился как один из таких вот элементов в нашей одежде, на которые глаз смотрит довольно часто. Глаз смотрит на три точки. На правый, на левый глаз и на губы. Но иногда ему нужно изменить направление. И он смотрит тогда на галстук. Если галстук нормальный, ну, нет проблем. Но если он агрессивный, то на него глаз отказывается смотреть. И кроме того, такие галстуки, они свидетельствуют, ну, не совсем высоком вкусе человека. И воздействуют отрицательно. Но, к сожалению, высокопоставленные чиновники нередко, да еще их показывают очень часто на экране, крупным планом, они вот такие носят агрессивные галстуки. Теперь пищевая промышленность. В пищевой промышленности неблагоприятная визуальная среда связана с производством одинаковых элементов. Ну, вот здесь, это мы видим печенье в большом количестве. Это квадратики, которые проходят перед глазом оператора, ну, скажем, тысячами, миллионами штук. Это работа целый день. Да еще это конвейер. Это ведь в динамике. А мы с вами не знаем, что агрессивные поля в динамике воздействуют гораздо сильнее на человека, чем статики. И вот на это, на все вынуждены смотреть на производство. А таких-то много в пищевой промышленности. Это ведь не только. Это и бутылки, это и пакеты, это упаковки, и это все создает агрессивные видимые поля, и не только на конвейере. Потом-то это складируется будет, потом в магазин это пойдет, и все это одинаково. И такие вот элементы, на которые вынуждены смотреть. Вот склад. Казалось бы, безобидно, где-то далеко, но там же люди работают, непосредственно не связаны с агрессивной видимой средой. Возьмем электронную промышленность. Там вообще этих одинаковых деталей, микросхем, огромное количество. Одних наименований это сотни тысяч,
А в количественном отношении это миллионы штук одинаковых мелких деталей, которые монтажницы должны потом упаковывать в определенном месте по 10, по 20 штук. А потом-то они коробками, тоже сами коробки, тоже создают агрессивную видимую среду, которая поступает на склад, которая поступает в магазине, и со всем этим многообразием, скажем, или однообразием, лучше сказать, агрессивных видимых полей, имеют многие-многие работники. Вот это вот, эти вот микросхемы, вот здесь вот привидно их небольшое количество, на самом деле гораздо все больше, больше таких разнообразия. Другие промышленности. Мы привели совсем малое количество отраслей, где такие вот агрессивные видимые поля. Но и любая промышленность, любое производство также связано с агрессивными видимыми полями. Ну, возьмем вот прокат, станки такие. Там большое количество, они складируются, они хранятся, они перед глазами проходят. И очень огромное в машиностроении число одинаковых изделий довольно велико. На прокатных станах агрессивные поля, образованные готовой продукцией, можно убить в любом месте. Уложенные в ряды вот эти вот рельсы как раз и образуют агрессивное поле. В разных отраслях промышленности их довольно много. Большое число, вот допустим, вот такие вот перфорированные изделия с одинаковыми ячейками используются в холодильниках, телевизорах, в автомобилях. Изготовление их заняты изготовлением сотни работников. Большая часть ячеек ведет к чрезмерному частому срабатыванию фоторецепторов глаза, в результате чего в мозг идет огромный поток импульсов, который не несет какой-либо существенной информации. Возникает бессмысленная перегрузка мозга, вследствие чего неизбежно дискомфорт вначале, а потом быстрая утомляемость. Возьмем, к примеру, деревообрабатывающую промышленность. И там предостаточно. Это вот склад. А ведь до склада еще, с ними работали. И тоже штабеля одинаковых досок, одинаковых реек, одинаковых изделий. Это в огромном количестве. Бурный рост химической промышленности привел к тому, что вот стали использовать, допустим, пустотелый акриловый лист, который наверняка имеет технически хорошие характеристики. Там и прочность, и теплоизоляция, и долговечность, все имеет. Но вот изготовление связано с большими трудностями в плане визуальной среды. Если уж производственный процесс вот так вот усложнен, и его никак нельзя избежать, тогда что же приходится делать? Тогда стоит подумать о том, как бы избавить работников от чрезмерной нагрузки. Самым распространенным способом это является создание комнат психологической разгрузки, где имеет место комфортная визуальная среда, где человек в процессе работы на станках, в цехе, мог какую-то минуту, 10 минут побыть в комфортной визуальной среде и снять ту нагрузку, которую он получил в результате выполнения некой операции. Это вот фармацевтическая промышленность. Но там тоже изобилие одинаковых элементов. Это и шприцы одноразового пользования, и иглы одноразового пользования, и таблетки. И это все миллионами штук. И бинты, и термометры. Конечно, многое делается автоматы, но люди повсеместно связаны с такими вот однообразными деталями в большом количестве. И это не только детали. Потом-то они упаковываются, одинаковые коробки складируются, перевозятся, и везде это воздействует на человека отрицательно. А это вот это светотехническая промышленность. То же самое. Используется в большом количестве такие вот, в большом количестве светотехнические вот изделия создают не что иное, как агрессивную видимую среду, в которой вынуждены пребывать люди, заняты производством этих изделий. Далее, сельское хозяйство. Казалось бы, в сельском хозяйстве там благополучие, потому что
ну, естественно, визуально всегда, но и там, туда идут агрессивные, и там создаются. Вот, допустим, гофрированный, не сказать, металл, из которого создается вот такой вот ангар, который на километр виден, воздействует он отрицательно. Отрицательно воздействует. А ведь есть птицефабрики, и миллионами штук яйца проходят по конвейеру, а затем расшифровываются, расфасовываются по ячейкам в упаковке. Одно, сказать, вот я побеседовал с одной продавщицей яиц на рынке. И она говорит, ко мне часто подходят и спрашивают, выберите покрупнее. А я, говорит, их уже просто не могу не видеть, не могу смотреть и не могу различить за день работы, потому что это сильное воздействие. Сильное воздействие. Даже, говорит, после работы, в конце рабочего дня я не могу заснуть, потому что все это мне стоит перед глазами. Вот какое воздействие сильно агрессивных видимых полей. А ведь еще на работников сельского хозяйства и вообще на производстве связано это с одинаковым перемещением. Вращение разных орудий, это тоже создает дополнительную неблагоприятную визуальную среду на производстве. В виде экологии государственных учреждений. Вот государственные учреждения, это были примером всегда. Ну, вы знаете, Эрмитаж, пример благоприятной визуальной среды, где, сказать, собственно, всегда работали наилучшие специалисты, дизайнеры, использовали наилучшие материалы. Это Кремлевский дворец, где, сказать, создан прекрасный интерьер благоприятной визуальной среды. Это всегда нас восхищает. Мы с удовольствием не пребываем в таком государственном учреждении. Но вы знаете, вот за последнее время ситуация поменялась. И теперь в государственных учреждениях, вот, допустим, этот зал, Кремлевский дворец, Кремлевский, совсем другое дело. Ведь он состоит из одних реек. Это неудачное оформление. Преобладают визуальные поля агрессивного вида. Вот это вот потолок. Это в Кремлевском дворце такой. А вот это вот в крупном плане, это вот стены. И огромная поверхность этих стен. Стены. К очередному съезду и оформляли еще и на сцене, и тоже по агрессивному виду. А в этом зале как раз и проходило заседание Верховного Совета СССР, и были очень жаркие споры. По 8 часов пребывали депутаты. И, конечно, такая визуальная среда отрицательно воздействовала на них и вела к чрезмерному возбуждению. Если бы депутаты, да вот заседали в Елоховской церкви, где прекрасный интерьер, принтерьер с благоприятной визуальной среды, то мы, по-видимому, могли бы избежать тех печальных последствий, которые привели к развалу державы. Вот какая вещь. Для подготовки к приему мэров крупных городов, в Москве вот такое проходило мероприятие, 27 мэров приехали, вот переоборудовали зал и создали типичное агрессивное видимое поле. Вот из таких светильников. Да еще, светильники-то оказались на переднем плане, а гости на дальнем плане. Глаз адаптируется к источникам света и не видит, что происходит на втором плане. То есть людей не видно. И агрессивного вида, и расположение, так сказать, неудачно. А это ведь делали столичные специалисты из столичных материалов и для столичного городоначальника. И все сделано плохо. Все сделано плохо. Все сделано непотребным по требованиям в виде экологии. И все создана неблагоприятная визуальная среда. В таком, конечно, зале пребывать длительно и работать успешно очень трудно. Очень трудно, потому что сам интерьер отрицательно воздействует на посетителей.
А это вот новый концертный зал в Москве. В Ураган почему-то ввели вот такие вот агрессивные ставки. И тысячи зрителей должны смотреть на орган и вот на эти агрессивные, на агрессивные ставки, которые тоже воздействуют на человека отрицательно. Казалось бы, я вот такие государственные учреждения, государственные дворы, ну, должны бы как бы избегать или избегать таких агрессивных, неблагоприятных визуальных среды. Но, к сожалению, этого не происходит. Не происходит. Это вот стулья. Этот стул одиночный, его создал знаменитый Макинтош. Это в 1903 году он был директором архитектурного института, института искусства в Глазго, Шотландия. Я был в этом институте. Ну, стул мне не удалось увидеть, но к моей науке проявил профессор большой интерес. Вот, тяга к таким агрессивным полям, как видите, была и давно. Но вот что нехорошо, что этот стул не получил распространения. Ни промышленность его не взяла, ни покупатели его не брали. Ну, сказать, вот ряд этих агрессивных стульев создает неблагоприятную визуальную среду. После окончания нашей беседы, после окончания, мы с профессором вышли на, вот, на крыльцо. И перед нами вот этот вот корпус. Как выяснилось, это корпус построен недавно. Недавно. И это корпус дизайнеров вот этого вот института искусств. Я тут же сказал об этом профессору. It is bad for eyes. Это очень плохо для глаз. Yes, it is. Да, согласился, улыбаясь, профессор. Беда в том, что воспитанник этого факультета, насмотревшись на свою, вот на это вот факультет, на свой дизайнер, будет потом приумножать в своей практике и создавать неблагоприятную визуальную среду как специалист. Это вот картина «Опарт», было такое искусство, оптическое искусство. Оптическое искусство. Как я уже говорил, на одной выставке две женщины упали в обморок. Но это свидетельствует еще того, что это сильный зрительный раздражитель. Он буквально бьет по мозгам. В мозг идет огромный поток импульсов. Но ценности-то особой нет. Здесь до 80% это агрессивная, видимо, поверхность. Ну, запретили. Казалось бы, это хорошо. Но продолжают, тем не менее, художники создавать подобные же агрессивные, видимые картины. Это уже наш художник, вот этот наш художник создал, использовал для создания картины, скажем, картины своей, это «Царь-рыба» называется, шахматные фишки, ну, то есть эти фишки домино. Вот создал. Конечно, это, наверное, в среде, в собственной среде художника получилось оригинально. Его оценили, его одобрили, его высказали восторг. Может, даже кто-то решил и купить эту картину. Но в целом, ведь это же работал художник. И он создал собственными руками неблагоприятную визуальную среду или картинку. Картину. Казалось бы, можно бы работать природа, можно другие какие-то вещи не создавать. Художник – это специалист, профессионал. Именно к нему особые требования. Одним словом, я привел достаточно вам примеров, свидетельствующих о том, что визуальная среда в местах обитания человека ухудшается. Ухудшается год от года. В этом процессе участвуют архитекторы, дизайнеры, художники. И каждый вносит свою лепту. Мы должны очень тщательно посмотреть на то окружение, где мы находимся. И мы потребители. Мы должны предъявлять претензии. Мы должны, так сказать, отбирать для формирования собственного интерьера, собственного, то, что создает благоприятную визуальную среду. Из агрессивных видимых полей, из агрессивной нет, невозможно создать благоприятную визуальную среду. Я напомню, о чем шла речь в лекции. Вот это вот метро. Это вот метро, мы уже смотрели. Это, ну, эскалатор агрессивного вида. Это радиостудия. Это вот кафель в магазине.
это вот жалюзи, это вот галстуки такие, галстуки, это промышленный прокат, это государственное учреждение, государственное учреждение. Это вот стулья, которые не получили вот, распространение, это очень приятный факт. И это вот еще одна картина. То есть, как мы видим, агрессивных полей предостаточно стало в нашем окружении. Будьте внимательны, смотрите, отбирайте, формируйте визуальную среду с учетом требований в виде экологии. В следующей лекции мы с вами рассмотрим социальные последствия. Они, конечно же, имеют место. И это будет очень интересно, что это не безобидные такие вот вещи, агрессивная визуальная среда. Они отрицательно воздействуют на человека. Мы там рассмотрим еще один аспект, коснемся работы зрения в окружении агрессивных видимых полей. Это вот тоже будет предмет следующей лекции. Я благодарю вас за внимание. До свидания, до следующей встречи.